Химках на Юбилейном проспекте продолжается ремонт теплосетей. Сейчас специалисты работают вблизи 72 и 76 домов. Реконструкция проходит в рамках планового ремонта ТСК «Мосэнерго» и инвестпрограммы. Глава «Химок» Дмитрий Волошин лично проверил ход работ. Труба произведена именно для этого адреса по проектной документации. Плюс канал делается монолитным, потому что здесь и проезжая часть, и сверху еще плитой, и песком все это запесовывается. Почему песком? Потому что труба, она играет, она живет, зависит от температуры. Также работы ведутся в разных микрорайонах округа. Специалисты ТСК «Мосэнерго» перекладывают магистральный трубопровод на улице 9 мая, ремонтируют котлы на улице Октябрьской всходне. Работы в городе будут по 47 адресам проводиться в этом году. Мы заменим более 20 километров сетей. Кроме магистральных сетей, мы контролируем также производство работ по разводящим сетям, сетям, которые подходят в дома, замене байпасов на прокладку новых трубопроводов и, конечно же, ЦТП. В центральных тепловых пунктах Химках 99%. Практически во всех уже заменено оборудование. Здесь, на Юбилейном проспекте, замена оборудования необходима для бесперебойной работы центрального теплового пункта, который подает отопление и горячую воду для 20 домов. В данный момент идет перекладка разводящей тепловой сети от дома 76 до 72. И здесь запланировано еще на этом участке у нас перекладка разводящей сети 86-88 по Юбилейному, по Парковой улице будем перекладывать. Ну и от ЦТП тоже тепловой вот весь переложим. За работами на участке внимательно следят и жители района. Для них вопрос предстоящего отопительного сезона имеет большое значение. Наконец-то мы дождались, работы ведутся регулярные. Мы видим, что капитально меняют трубы, и мы надеемся, что эту зиму мы встретим в тепле и в уюте. Специалисты ТСК «Мосэнерго» обновляют котельные, инженерно-технические средства, теплообменное и насосное оборудование, а также теплосети по 47 адресам в старых и новых Химках – Подрезково, Сходне и Левобережном. Бригады уже отремонтировали тепловые котлы, насосное оборудование и запорные арматуры. Юлия Самошина, Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.